Здравствуйте! Финальный уикенд лета. Мы приглашаем вас в Тулу. Это центральный стадион «Арсенал» и очередной матч «Мелбет» первой лиги. «Арсенал» против «СКА Хабаровск». Это восьмой тур. Примечательно, что тульский «Арсенал» начинал лето здесь, на домашнем стадионе, при родных трибунах. Ну и, собственно, заканчивает лето тоже здесь, поединком с давно знакомым соперником. Действительно, многое связывает эти две команды. Очень большая история противостояния. Формальности соблюдены. Меня зовут Константин Крашенинников, Вадим Азаренко. Там на бровке. Давайте к футболу. Быстро Хабаровск дал мяч сейчас. Как будто фейерплей случился. Разрезающий туда, на правый край. Опасность. Сейчас может быть дальний удар. Первый удар створ. Да, но здесь на месте Ислам Имамов. Внешне очень спокоен, такое олимпийское спокойствие и концентрацию. Здесь напрашивается перевод на правый фланг, а так и происходит. Вновь активничает Толики, подача есть и вот здесь. Имамов сокращает дистанцию и буквально все шансы отбирает у Артема Попова. Ситуационно там оказался Попов. Такой рваный темп и ритм, некоторая аритмия в игре и действиях «Арсенала», но в итоге все дальним ударом здесь заканчивается. Смотрим. Нет, интересный розыгрыш. Но здесь до удара доходит. Но вот такая многоходовочка, треугольник. Если позволите, и в итоге завершающий аккорд от Алана Цараева. Ну и... наверное... моментов на гол не было. Да, согласен с тобой абсолютно. Но вот здесь прорыв по левому краю. Прострельная передача! Ну же! Имамов! Вот это величие! Ислам Имамов! И тут, и там! Невероятно! Ну и сейчас, мне кажется, даже Малик не понимает, а каким образом... Завершающая пятиминутка, но я думаю, что где-то две минуты, не более того, добавит главный арбитр встреч. Тем временем Малик! Малик, ну же! Будет защита этот мяч? Нет. Ну не сразу арбитры фол фиксировали. Вот что немножко удивляет. Арсенал в атаке, подача в штрафную, здесь неразбериха. И вторым темпом забивает, только появился на поле Ансар Хабибов. И вот вам, пожалуйста, 20-й номер. 1-0, Арсенал Тула. Мы видели сегодня сейв Тура, а сейчас увидели замену Тура. И вот какие здесь вопросы, а? Гений замен. Вот этот футбол, который показывают дальневосточники. Малик. Малик врывается в штрафную на месте Имамов. Удивительная игра Ислама Имамова. Без устали хочется его отмечать, но это действительно пока самый заметный. А вот хорошая подача, скидка. И здесь добавляют хабаровчане. Это было волнительно. Ну сколько там, а? Сколько там было кульбитов, буквально-таки торжество. Дальневосточники, и вот сейчас разобраться бы. Поярков, есть адресаты на краю, Поярков пробил. Левашов здесь, конечно, все видел. Вадим, короткие итоги от тебя, пока ты не убежал от нас на флеш-интервью. Абсолютно закономерная победа «Арсенала». Сегодня, к сожалению, даже на пол забитого мяча не наиграл.